Всем привет, дорогие друзья! С вами Владимир и добро пожаловать на канал Apple Expert. В сегодняшнем видео я вам хочу рассказать об игре Injustice 2, а конкретнее о том, как исправить ошибку входа. Какой ошибке конкретно я говорю? Когда вы заходите в Injustice, у вас первое окно появляется, вот загрузка сохранения данных, это уже последующий шаг. Сначала у вас идет проверка подключения к сети. Вот, у меня оно загружалось очень медленно, до 100% и ничего не выбивало. То есть ни ошибку, нифига, просто зависло и все. Я думал, это плохой Wi-Fi. То есть я перезагружал, менял пароль, там сбрасывал кэш, то есть и даже сбрасывал настройки сети на iPhone, это все не помогало. Вот, как можете заметить. Сейчас я вышел с Apple ID и, пожалуйста, он заходит. Данная проблема решена. Вот, моя учетная запись, 56 уровень, все как было, как положено, это все работает. То есть, чтобы вы понимали, я зайду, покажу, что я вышел с учетной записи, видите, нету здесь ни моих никаких данных, просто чтобы вы знали. Я мучился 3 дня, писал разработчикам, они мне отписывали, зайдите, там сбросьте кэш, перезагрузите, у вас там может быть небезопасная сеть, но это все чушь. Я разные способы перепробовал, и самый единственный способ, это вам нужно выйти с Apple ID, перезагрузить устройство. Зайдете уже даже на этом этапе, что вы просто не будете вводить даже пароль, ну, Apple ID сам, и вы сможете прекрасно уже загрузить игру. Это действительно ошибка какая-то новая, никто еще не сталкивался, я реально 3 дня промучился, искал и наконец-то решение нашел. Значит, смотрите, первый баг я вам сказал, есть второй баг такой, вот когда у вас проходит проверка подключения сети, дальше заходите в вашу учетную запись, не скачивание с вашей учетной записи, прогружается с этого окна на это, и у вас здесь вылетает ошибка посередке. Вы жмете продолжить, либо же ОК, и быстренько вам нужно будет попасть на вашу учетную запись, и этот баг пропадет. Это может сработать не с первого раза, но это сработает. Там с третьего, с четвертого, с пятого. Вы быстренько будете пережимать с ОК на вашу учетную запись, и все, этот баг пропадет, вы можете работать. Если вам это видео поможет, подписывайтесь на канал, прожимайте лайк, оставляйте ваше мнение в комментариях, для меня это очень важно. И всем пока. To pull up is a movement and that's no excuse. Pull up. I'ma kick fresh with that hinfa. If you didn't